Solution pour le nouveau millénaire. Mêlé, 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 millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, 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 mêlé. Y'en a pour les jeunes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les vieux, pour les hommes, pour les hommes, pour les femmes, pour les femmes. Les carottes de l'an 2000 se vendent comme la bonne gamme pour les forts, pour les faits, pour les faits. Pas de changement dans les règles, juste un décompte bidon, personne de fausses illusions. Comme soir, c'est Kissman, j'ai trouvé. Привет, друзья, с вами вновь Flavors Kalian Blog. Я Стас. Я Антон. И сегодня мы с вами будем тестировать Hitkeeper. Hitkeeper — это аналог всем уже известного Call Out Lotus производства России. Ну что ж, давайте посмотрим, что внутри. Идет он в такой коробочке. И бывает двух цветов. Вот у меня, допустим, Silver. У меня Black, то есть черный. Итак, откроем, что внутри. Давай посмотрим вначале Silver. Так, поролоновая прокладка, инструкция. Как утверждает производитель, очень подробная. Да, то есть тут описан весь процесс, как правильно пользоваться данным устройством. Так, смотрим внутри. Верхняя крышка. Ручка. Ну, накладка на ручку. И непосредственно основная часть. То, куда мы будем класть наши угли. Ну, также откроем черный. Все то же самое, здесь подушечка, инструкция и сам черный. Смотрится он, конечно, вообще бомбовски. Матовый. Матовый черный. Да. Отлично все двигается, намного легче, чем у Коллауда. Как утверждает производитель, это именно тот дефект, который они устранили по сравнению с Коллаудом. Еще один, опять же, на сайте производителя это все можно прочитать. Еще один дефект, который они устранили, он проще чистится, проще моется, потому что когда данное устройство соприкасается с табаком, ну или его аналог, с фруктом, да, есть пригорание и остаются какие-то частички, то, что пригорело к ним. Еще его покрытие немного лучше, чем у настоящего Коллауда, тем, что оно со временем не становится матовым. То есть оно, в принципе, сохраняет свой исходный вид достаточно долгое время. И вы, собственно, таким его купили, таким он у вас останется навсегда. Но, опять же, это так утверждает производитель. По нашим данным, это примерно является правдой. Да, действительно, ребята, которые используют данное устройство уже там, пускай полгода, да, абсолютно никак не поменяло внешний вид. Также есть интересная доработка по поводу ручки. Ну, во-первых, она очень хорошо держится. То есть даже если нагревается, она не спадает. Она абсолютно, ее очень тяжело снять. Действительно так. Изготовлена она из силикона. Есть интересная пометка HOT, что в переводе на русский значит горячо. То есть, ну, это для людей, которые не знают, что это может быть горячо. Ну, все же они сделали такое упоминание. Также мы видим тут сверху логотип. Да, и здесь то же самое, в принципе. Сделан он из алюминия. Да, как они утверждают, авиационный алюминий используется здесь. Ну, собственно, как и в оригинальном Коллауде Lotus. Ну, неплохое устройство, неплохой заменитель фольги. Я думаю, он очень удобен в работе. Да, в принципе, распределяет жар очень правильно по чашке. Что ж, друзья, еще можем добавить? То, что его нужно немножко прогреть. Вот первое использование, прогреть нужно порядка 10 минут, чтобы все излишние, как бы так, качества его ушли. Потому что, открыв коробку на черном Hitkeeper, я чувствую такой какой-то посторонний запах. Если здесь его серебряного нет такого запаха. Да, по поводу обработки, да, почему такие цвета и как вообще это вредно, не вредно. Значит, по поводу серебряного, он просто делается способом хромирования алюминия и никаких вредных веществ при нагреве не выделяет. Ну, а о черном можно сказать, что такой цвет они получают способом анодирования. Ну что ж, друзья, самое время протестировать этот девайс. Забьем чашу и попробуем, как оно будет крутиться. Мы забили наш кальян и поставили Hitkeeper прогревать нашу чашу. Кстати говоря, заметим, что чашу мы сегодня взяли большой upgrade form, и он отлично подошел к этой чашке. Судя по инструкции, мы следовали ей,
никуда не отходили, поставили прогреваться, как сказано, 5-7 минут. Именно так мы попробуем это сделать. В чаше забили мы табак Абзал. Это Абзал Малина 50%, 35% это клюква и 15% Ocean Mix. Ocean Mix — это такой интересный вкус от Абзала. Он дает такой сладковатый вкус цветов. Ну, достаточно такой получается вкусный и при этом свежеватый. Ну, это же из новой линейки. Правильно? Это из новой линейки Абзал. Еще мы столкнулись с такой проблемой, что у нас большие угли, большие кубики. И пришлось один из них разломать для того, чтобы он поместился в хит-киты. Ну, лично, как по мне, не совсем это, конечно, удобно. Но, тем не менее, можно просто немножко больше их пропалить, и они все поместятся, будет все замечательно. По поводу ценовой политики. Хит-киперы, они дешевле, чем коллауды. Причем дешевле в 1.5 раза. То есть, действительно, будем надеяться, что цена оправдывается. Итак, подошло время пробовать раскуривать. Прошло уже буквально 7 минут. Давайте делать первую затяжку. Посторонних запахов я не чувствую никаких. Давай пробовать буду. Что можно сказать по поводу вот этой вот маленькой ручечки? Действительно, она не настолько горяча, как написано на ней. То есть ее можно крутить спокойно, я держусь за нее, могу поднять, то есть элементарно не перепекает пальцы. Но при этом переусердствовать тоже не нужно. Давай закроем, потому что все-таки надо еще. Мало, да, жара. Ну, немножко нужно ему прогреться. В дальнейшем, как обещают, нам должно быть достаточно хорошо. Давай выделим сразу такие положительные стороны зрителя, отрицательные. Из минусов. Ну, опять же, горячая ручка, все-таки, если долго ее держаться за нее, она будет все-таки горячей. Ну, эту проблему можно решить, как большинство, просто берут элементарную пробку от шампанского, либо же от вина, и она, ну, она вообще практически так не нагревается. Но это теряет эстетику. Да. Второй минус. Все знают, что при работе в заведении клиенты могут задеть кальян, падает чашка, все это на полу. Для того, чтобы поднять данное устройство, вам понадобятся щипцы. Просто голыми руками вы не сможете это сделать. Да, ну еще есть один минус, за ним нужно ухаживать. То есть, если сравнивать с фольгой, фольгу снял, выкинул и больше не возвращайся к ней, то его нужно остудить прежде всего. И потом губкой немножко протереть, если же к нему прилип там табак, либо фрукт прикипел. И за ним нужно действительно уход. Еще то, что я заметил, вот у нас он матовый, черный был, да, изначально. Сейчас он немного поменял цвет, ну, стал таким более... темно-серым. Ну да, ближе к этому. Ну, естественно, это температура, это вполне приемлемо. Опять же, очень удобно его брать на вывозке. Так как вы просто поставили, и вы не паритесь за то, что вам мешает ветер, раздувает ваши угли. Ваши друзья пьяные шатают кальян. Отличное замечание по поводу ветра, да, не раздувают... пепел не раздувают, да. И опять же, ваши пьяные друзья не расшатывают ваш кальян, угли не бегают по фольге. То есть здесь все элементарно. Кинул угли, и они греют просто вашу чашу, прогревают ее. Поэтому, друзья, если вас заинтересовала такая вещь, приобретайте, покупайте. Если вы не знаете, где это сделать, обращайтесь к нам, мы подскажем. Ну что ж, друзья, как вывод можем сказать, что продукт действительно очень хороший, он эстетически красивый и достаточно удобный в работе. Поэтому следите за нашими обновлениями. Добавляйте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал на YouTube. С вами был Стас, Антон и Blog Flavors. Пока!